Що знову? Може це простатит? Ого! Рослинний комплекс «Превенор Форте» нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. «Превенор Форте». Чоловіки оцінять. Дизель-шоу! Неожиданно, что я первый пришел. Блин, хоть бы еще кто-то пришел, а то я этот банкет на 15 человек не потяну. Добрый вечер. Фу, здрасте. Что-то из основных блюд желаете? А вот у меня сегодня основное блюдо. Веселый вечер намечается. Встреча выпускников, да? Совершенно верно. Угу. Только сегодня мы решили с женами собраться. Оп. Понимаете? Да. А то все пацаны да пацаны, а тут вот решили с женщинами. Какие молодцы. Да. А ваша половинка, я так понимаю, опаздывает, да? У меня половинка от половинки. Это как? Ну, я женат на близняшке, понимаете? Да. Ну, мы еще с института знакомы. Да, и постоянно все. А как ты определяешь, кто из них кто? Где твоя? Да, так задолбали эти вопросы. А вы не путали? Никогда вообще. Я всегда говорил, моя Анька самая красивая. Ой, как романтично. Да. Разводимся сейчас. Чего? Перепутал. Да и по пьяни получилось, прихожу домой, смотрю, лежит моя красавица такая. Я думаю, ну разбужу ее как-нибудь поэротичнее. Да, а это оказалось не Анька, а Танька. И что, и она как? Не, да все нормально было, ей все нравилось, охала-ахала. А потом как заорет, аж муж ее проснулся. Я же не знал, что они к нам в гости приехали. Ну, в общем, ситуация такая не очень. Ну, надеюсь, что простит, а там кто его знает. Ну, взяли с собой Таньку, все равно никто разницы не заметил бы. Да не, ну, после этого случая я теперь и у Таньки не в фаворе. И у мужа ее. Да, кстати, слушайте, а у вас узвар есть? Только морс. Да вы все равно не отличите. Ой, я извиняюсь, позже подойду. Только вы историю эту никому не рассказывайте, да? Ну что, рот на замок. Это, да. О, Жека Болтун, ё-моё! Саня! Саня, чего ты орёшь прям на ухо? Блин, вообще чуть не оглохла. По этикету нужно сначала жену представлять. А, да, точно. Знакомься, это моя. Это я, Яна, жена Жени. Он что-то обо мне рассказывал, потому что он такой болтун, все время болтает. Александр. А я знаю, что вы Александр, вы женаты на близняшке. Скажите, а вы их никогда не путали? Нет, никогда. Да, да. Ну, ты рассказывай, Жека, как ты, что у тебя? Ну, я... Ну, что, Женьки, все как обычно. Дом, работа, работа, дом. Вот и летом отдыхаем в Затоке. Скажите, а где ваша половинка? Да вот моя сегодня половинка. Вот, пожалуйста. А супруга где? Да не будет ее, в общем, там ситуация. Давайте присядем. Женя, можно у тебя на секундочку? Да. Женя, ты же мне говорил, что все сегодня приходят женами. Почему Александр без жены? Как? Подожди. Саня! А твоя где? Да ну там, понимаешь, так вышло, что там... Ой, прости, я просто услышала, где твоя, подумала, фотки сестер показывают. Просто так интересно. Ой. Простите, ради бога, я позже подойду. Так, Сань, твоя-то где? Ой, это там длинная история такая. Ой, у Женьки тоже есть такая смешная длинная история. Женька, 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 расскажи, как там бабе рот заклеили. А, короче, одна баба безумно болтала-болтала. А потом ее дед сапожник взял и заклеил ей рот. Ну, рассказывай. Да, Женька, не парься, я, получается, знаю уже эту историю. Да. Ты что, я уже рассказывал, Женя? Слушайте, давайте по маленькой. О, отличная идея. Женя, да. Мы с тобой договорились, что сегодня я пью, а ты за рулем. Потому что в прошлый раз ты был за рулем, а я пила. Ну, должна же быть какая-то справедливость, ну. Так, а где ваша, где ваша? Разводимся мы. Везет.
Женя, вот это вот сейчас была очень глупая и неуместная шутка. Между прочим, у человека горе. Ой, вы знаете, а у моей подружки что же горе? Представляете, ее муж с ее подругой изменил. Так она сейчас так пьет без пробуда, просто вот в не могу, вот так набухивается, что... Давайте выпьем, да, давайте, да. Потому что я пока трезвая, я такая скромная, такая молчаливая. Вот прям вот взяла вот ротик на замочек и туда, давайте. Не, давайте, наверное, всех подождем уже, что там, спешим-то. Пашка, ё-моё, это ж плейбой наш школьный. Блин, за ним же все девчонки бегали. Да ладно тебе, здорово. Здорово, Пашка. Привет. Ой-ой-ой, я прошу прощения, кому такой красавчик достался, а? Или вы сегодня тоже без супруги? Как без супруги? Ну, она там просто марафет наводит. Ага. Как же сегодня без супруги? Ну да, да. Сань, так а твоя где? Блин, вроде развелся, а вопрос все никак не меняется. Не будет ее, в общем. Ой, у Сашки горе. Он с женой разводится. Угу. И он так переживает, что вообще не пьет. А раньше, Женька, что мне рассказывал, он прям набухивался каждый день. Он прям вот просто вот падал в свои слюни. Вот набухивался в хламину. Яна! И... Боже, это же секрет был. А вот и моя красавица. Женечка, проходи сюда. Знакомьтесь. Жень, Евгения. Здрасте! Нет, тут реально выпить надо. Павлик, а почему, когда все со мной знакомятся, постоянно предлагают выпить? Евгения, скажите, пожалуйста, а как вы себе отхватили такого красавчика? Красавчик! У меня и покрасивше красавчики были. Ну, папа выбрал этого. А кто у нас папа? Владелец банка. А, понятно. Ну, по крайней мере, такая не изменит. Да и ни с кем не перепутаешь, да, Сань? Кто скажет тост? Жень, так может, давай ты, ну, чего уж там? Давай, чего уж там. Ну, а говорится... давай наш любимый тост, давай. Я сейчас скажу, а ты пока что наливай. Когда-то высоко-высоко в горы улетел один лебедь, а потом смотрит, а его лебедиха внизу. А он такой, ой, моя ж лебедь там. И, короче, он спустился вниз, потому что сильно ее любил. Так что давайте выпьем, чтобы никогда наши мужья не изменяли женам. Нет. Ой, а расскажите, пожалуйста, Павел, как вам супружеская, прости господи, жизнь? Что рассказывать? Ну, живем себе, живем, как все нормальные люди. Да? Вы такая гармоничная пара? Может, поцелуетесь? Горка! 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 С удовольствием! Горка! Да, не надо! Давайте вначале поедим, чтобы аппетит не испортился. Да ничего, целоваться можно и с набитым ртом. Ой, что-то домой как-то пораньше сегодня захотелось. Может, будем расходиться уже? Да, а? Что-то я тоже навспоминался, что-то засиделся. Какой расходимся? Вы что, не хотите узнать, у кого какие жены? Вдруг у кого страшное? Всем привет! Добрый вечер! Смотри, какая красотка у Егорчика, а? Ну, ребят, простите, что опоздали, спасибо, что задержались. Ну, мы тоже собирались как бы уходить, но планы резко поменялись. Да? Да. Я по-прежнему считаю, что собраться с женами – это глупая затея. Ну, раз решили, то уже решили.
Нет, Егорчик, ты правильно говоришь. Собрались бы вместе с парнями, хорошенько бы выпили, а потом бы до утра в каком-нибудь клубе бы затусили. А то жены вас только сдерживают. Да. Ничего себе, она еще и такая умная. Ага. Может, мы еще и домой сейчас пойдем, а? Так а что так рано-то? Давай посидим еще, интересно же, кто у кого, как говорится. На свою жену смотреть надо. Так я смотрю. Это он на меня смотрел. Плохому мужу чужая жена всегда красавица. А? Да, красавчик. Нет, спасибо, мы туда лучше пойдем. Присаживайся. Ой, я же не представил. Моя жена Маруся. Очень приятно. А я Женя. Женя, мой муж. А я Яна. Вот. А это Паша, красавчик. Он женат, прости господи, Евгении. А женат потому, что у Евгении папа владелец банка. А это Александр. Только он разводится, не спрашивайте, у него там горе. Ну, давайте выпьем за знакомство. Нашему знакомству очень рад. Давайте выпьем жидкий виноград. Блин, только вечер начал налаживаться, ё-моё. Прикинь, если она так смеется, что с ней происходит при оргазме. Марусечка, давай ты будешь сегодня сдерживаться, хорошо? Поменьше смеха, не надо. Давайте я, чтобы разрядить обстановку, Женя расскажет какую-нибудь смешную историю про сапожника. Давайте. Не надо. Не надо. Я очень люблю анекдоты. Давайте лучше, кто-то может вспомнить грустную историю. Ну, из грустного у нас только Сашка разводится. И Пашка, вон, 15 лет женат. Вам что-то предложить? Да, такси, пожалуйста. Сань, подожди, куда такси? Так еще же не все ж собрались. Мне Серега только что звонил, а он на подъезде. Серега будет? О, а вот и он! О-о-о! Здорово, Серега! Здорово. Пошли, потом в туалете сфотографируйся. Серый, так подожди, мы же договаривались с женами. А что ты с дочкой пришел? Так это моя жена. Страшненькая, да? Серёнь, ну это какой-то кринж. Ты говорил, что мы придем на изи чилить, а тут одни бумеры. Го к моим на вписку. Хавло забей. За базаром следи вообще. Базар был, что мы вначале с моими челами чилим, а потом к твоим на вписку писить. Тусить, Серёнь! Трусить! Пошли давай! Вот видишь, как плохо, когда такая большая разница в возрасте. Ага, я по крайней мере понимаю, что ты говоришь. А чё вы такие грустные? Анекдот рассказать? Не надо! Нет, не надо, не надо. И нервные какие-то вы прям, странные. Я тебе говорю, тут тухляк. Погнали к Максу, у него хата свистит, родаки на дачу уехали. Ха, может, с его родаками лучше поедем, а? Посидим нормально. Слушайте, давайте выпьем, а? Или твоей нельзя, ей завтра в школу. Ой, у моего бати вот так вот УАЗик заводился. О, Болтун! Давай, рассказывай, кто здесь кто вообще. Так, смотри. Ну, давай, ты наливай, а я расскажу. Значит так, я Яна, жена Жени. А это Женя, прости господи, дочка банкира. Ну, видите, страшненькая, да? Все ж по любви. Так, а это Маруся. Маруся, она не УАЗик, а она просто очень дивная. Все, а вас как зовут? А я Скотти. Да, это у нее псевдоним, да. Вот. Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка. Серега, вообще-то это не псевдоним, это никнейм. Ты вообще не шаришь. Серега, я смотрю, она у тебя заботливая. Ну? Клюку твою старческую с собой носит. Слушайте, а давайте селфи бахнем. Давайте просто бахнем, пожалуйста. Не знаю, мне кажется, вообще надо валить. Чё?
потому что тут одни старики и старухи. Да это же... Вот это да! Здрасте! Марья Васильевна наша! Марья Васильевна! Марья Васильевна! Марья Васильевна! Ох ты, учительница наша первая! Здрасте! Ребята! Егор! Помидор! Сашка, алкашка! Помнит! Женька! Болтун! Пашка, красавчик! Сережка, пердежка! Вы! Что-то я девочек не узнаю. А, это не наши одноклассницы, это наши жены. Мы пришли на встречу выпускников с женами. С женами. А вы тоже к нам на встречу? Да, да. Мне Димка пригласил. Так а Димка где? Где Димка? Димка, да, вон он бежит. Машенька, вот ты где. За тобой не угнаться, я соскучился. Димочка. Привет, ребят. Привет. Ого. Какие у вас у всех жены разные. Димаш. Что? Мне не показалось, ты ее Машенька назвал и как-то не как учительницу поцеловал, по-моему. Так мы же все договорились с женами встретиться. Так а твоя где? Вот. Вот это ты задержался на продленке. Мне что, квартира на Крещатике, что ли? Да нет, я наоборот еле ее из ее хрущевки забрал. Еще эти 8 котов. 9. Марья Васильевна, а вы неплохо сохранились. Ты что, со всеми сегодня будешь флиртовать? Да, старость никого не щадит. Лучше умереть молодой и красивой. В некоторых случаях лучше просто умереть. А вы что, не знали про нас с Димкой? Мы давно вместе. Да. У нас любовь с первого взгляда. Это куда ж тебя угораздило взглянуть-то? Димон, ты что, до сих пор золотую медаль отрабатываешь? Хотел математику подтянуть, заодно и математичку. Не, ну чё, Димку поднять-то можно, она в школе многим нравилась. Не знаю, мне она никогда не нравилась. Да у тебя вообще со вкусом проблемы. А родители как? Да нормально. Они ж Машеньку помнят еще по родительским собраниям, по родительскому комитету. Там вообще все вот так. Блин, я, кажется, понял, почему у нас такие пары сформировались. Почему? Ребят, я вынужден вам признаться, это я в школе ртуть разлил. Саша, да перестань ты так шутить! Ну почему такая классная компания, такие все разношерстные? Доченька, у меня есть знакомый врач есть. Тебе бы обратиться к нему. И кота вместо смеха – это не к добру. Слушайте, давайте выпьем за нашу учительницу, а? А, не-не, давайте тогда еще сразу и за прекрасную жену. Добрую, нежную, сексуальную, экспериментирующую, любвеобильную. Давайте просто выпьем! Да, необычный у нас класс, надо сказать. Подождите, у нас же что-то еще. Должен прийти, а, да? А, точно, говорили, Коля и Рома сейчас должны подойти. Точно! Интересно. Во-во-во-во, вон они! Здорово, пацаны! Здорово! 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 А вы что без жен? Так мы это, не успели еще. Жизнь так летит. Сначала в школе за одной партой сидели, а потом и в институте. Да, а сейчас... Вообще, все время вместе работаем. Я уже понимаю, как вы там работаете. Ага. Шахтеры. Странный ты, Саня. Это я странный? Капец. Коля, что? А ты машину закрыл? Да ключи у тебя. Так я ключи тебе в сумочку положил. А я тебе сумочку отдам. Ну так и где она?
У тебя? Да нет, у тебя. У тебя? Да у тебя. Ой-ой-ой, божечки, надо было их еще в третьем классе рассадить. Ой. Ну, хотя, с другой стороны, мужская дружба, она ж крепче брака. Да, никто тебе мозг не выносит, не перебивает. Да, никто тебе не смеется на ухо. Да, и от денег не зависишь, конечно. Ну что, может, по домам уже, а то я думаю, что я уже видел все. Да, наверное. Ты так не переживай, не бойся. У меня нормальные одноклассники. А ты у меня вообще самая-самая красивая. И, знаешь, мы современные люди, и в конце концов, мы еще на их жен посмотрим. Привет. Знакомьтесь, это моя Аделина. Добрый вечер. А я как-то переживал, боялся, что вы не так меня поймете. Да не переживай. Сегодня ты тут самый скучный. Так. Мальчики, мы все, туалет тут, во. Значит, и кормят вкусно. Кстати, ты свою сумочку у входа забыл. О, отлично. Так, я не понял. А это кто такие? Да вы что, парни, это жены наши. Мы пошутили над вами, как в школе, ребят! Я тут смеялся. Че ты не смеешься? Это ж смешно. Это вообще не смешно. Господи, давай. Слушайте, давайте выпьем за наш... давайте танцевать! Только чур, это белый танец! Дамы приглашают кавалера! Давайте! Show.